9 июня 2022 года, Одесса. Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Об этом сообщил советник Одесской областной военной администрации Сергей Брачук. Угроза ракетных ударов со стороны Российской Федерации остается высокой. Также была объявлена воздушная тревога 8.12 и отбой воздушной тревоги 8.34 был. Российские военные проводят учения в Черном море под Российской Федерацией, отрабатывают боевую стойкость в случае применения против него противокорабельных ракет и авиации. При этом 3 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находятся в готовности к нанесению ракетных ударов с возможностью выпуска 28 ракет типа «Калибр».